Всем привет! Уже больше полгода назад делал я вот под такой дешевенький телефонный штатив вот такую вот гребеночку. Но, как оказалось, практически я ее не использую. У нас кругом, куда я езжу на рыбалку, земля мягкая, поэтому такую громоздкую конструкцию таскать с собой неохота. И сегодня я вот эту гребеночку хочу переделать для обычной стоечки. Вот эту рогатину сейчас попробую нагреть обычным строительным феном, развернуть ее, чтобы сильно не заморачиваться. Она вот так вот туго одевается. Разверну вот эти уши и прикреплю сюда. Надеюсь, что все у меня получится. Как вы видите, гнется отлично. Сейчас ее слеплю в одну кучу. Пока не застыло, сразу же надо ее поджать. С феном я не сильно дружу, но насмотрелся роликов Александра Милькина, как он легко там со своей красной трубой справляется. И решил тоже попробовать что-нибудь погреть. Немного рогатина бывшая подстыла. Теперь, чтобы утопить ее поглубже, сейчас на наждачном круге обработаю вот эту часть, ну, сделаю более аккуратную. Казалось, все намного проще, чем я думал. Единственное, пришлось держать, чтобы была вертикаль ровная, пока она застынет. Если кто-то вдруг не видел, как я делал вот такую вот гребеночку, сейчас в правом верхнем углу вот здесь вот появится ссылочка. Итак, бывшую рогатину обработал, все оказалось намного проще и быстрее, чем я думал. И, наверное, даже не стоило снимать видео, получится оно очень коротким. Остается зафиксировать на саморезике, и гребеночка перешла с треноги на обычную стоечку для удилища. Стойка получилась разборная, то есть гребенка отдельно, пруток отдельно. Конструкция довольно жесткая и практичная. Вот так вот примерно это все будет выглядеть в работе. Можно даже к ней прицепить какой-нибудь колокольчик и при каких-то сильных поклевках не надо его никуда цеплять. Так что стоечка с гребенкой получилась довольно-таки удобная. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, что это видео для кого-то было полезным. Всем пока и до новых интересных видео. Всем удачи на рыбалке.